Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Киров занял 7-е место в Приволжском округе по цене квартир в новостройках. Аналитики ЦИАН назвали 10 городов округа самыми дорогими предложениями. Квартиры за 16 миллионов рублей площадью 135 квадратных метров вывела Киров на 7-е место. Это жилье на последнем из 15 этажей дома на Дерендяева 72. Первое место самой дорогой квартирой в округе у Нижнего Новгорода. Там продают апартаменты за 65 миллионов. 10-я позиция. Чебоксар, где в новостройке предлагают 4-комнатную квартиру за 10,5 миллионов рублей. Программа «Экономика». За гибель строителей торгового центра в Зуевке предпринимателя отправят в колонию. Вынесен приговор по делу о трагедии при возведении торгового комплекса летом 2020 года. Там обрушились железобетонные перекрытия, под завалами погибли 3 человека, один серьезно пострадал. Индивидуальный предприниматель и бригадир признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть 2 и более лиц. Суд назначил каждому наказание в виде 2 лет колонии. Поселения. Также они должны заплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Осужденные обжаловали решение суда, но апелляционные жалобы отклонены, уточнили в прокуратуре Кировской области. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Есть вещи, не успеть сделать, которые до Нового года хуже, чем не купить подарки. Можно потом целый год терять деньги, если не перейти на ОСН или не сменить объект налогообложения на 2022, говорит руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук. Срок здесь до 31 декабря. Вам нужно подать заявление о переходе на упрощенную систему либо о смене объекта. Несмотря на то, что 31 декабря выпадает на выходной день, то есть по правилам переноса, крайний день будет у нас уже 10 января. Лучше все-таки подать до 31 декабря. Постоянно сами налоговые органы говорят об этом, что все-таки до 31 декабря подайте уведомление. И не забывайте, что если вы будете это делать лично, то, пожалуйста, в 2 экземплярах. Условия перехода на ОСН в следующем году меняются. Уточните, подходите ли вы теперь под них. А лучше делегируйте такие вопросы специалистам, которые будут за вас все планировать, учитывать и помнить. Компания «Бухгалтерия» позволит не тратить зря ни время, ни деньги. Звоните 213-112. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 73 рубля 36 копеек, евро стоит 83,12. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.